Проворов попал во все заголовки новостей по поводу истории с Pride Month. Это месяц в спорте в Америке, когда поддерживаются разные меньшинства. Ты был удивлен, что он не получил никаких санкций? Я был в шоке, наверное, что ничего не произошло. Потому что много там, куча разговоров ходило. Даже американцы начали отказываться надевать эти майки. Сейчас в итоге вообще их отменили. Отменили вообще любые майки. У нас раньше были там и милитари, там это военных поддержка, и Pride, и там Святого Патрика день, зеленые майки были. То есть сейчас вообще все отменили. Это сложно, потому что, ну, ты не надел майку, значит, ты против. Или ты слишком за, например, для поклонников, которые здесь живут. Да, то есть, ну, это такое давление с обеих сторон, которое, ну, ненормальное. Я играю в хоккей. Я пришел, чтобы поиграть, я не какой-то активист. То есть, если я не надел майку, это не значит то, что я против и я там ненавижу всех.